Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в музее Тульской древности. Меня зовут Корнакова Юлия, и сегодня мы будем делать с вами вот такую куколку, которая называется «Завертка с косичками». Это тульская куколка, и для нас ее сохранила Ирина Владимировна Агаева, народный мастер России, замечательная женщина, которая во всех и тульских мастерицах, и не только, я думаю, тульских мастерицах, зародила вот эту любовь к русской народной кукле. Кукла это необычная. Мы с вами, пока ее сделаем, узнаем несколько приемов, которые были использованы только именно в Тульской губернии. Но для того, чтобы нам ее сделать, вот так она выглядит, для того, чтобы нам ее сделать, нам нужно с вами большой кусок, достаточно большой кусок, да, даже можно еще больше цветной ткани для того, чтобы сделать юбку нашей куклы. Точно такой же ткани. Ну, или похожий, да, как вам хочется, чтобы сделать платок нашей куклы. Затем кусочек белой ткани для того, чтобы сделать голову и ножки нашей куклы. Вот она необычна тем, что она внутри, посмотрите, вот у нее есть ножки вот такие, да, мы все с вами еще будем делать. И, конечно, белый кусок ткани для того, чтобы как раз... красный кусок для того, чтобы ручки сделать. А вот из белого куска ткани мы будем делать голову и как раз ножки нашей куклы. Кукла это игровая. Бытовала она в Тульской губернии, как я уже сказала. И иногда еще называют ее Тульско-Рязанской, потому что в Рязани тоже такую куклу встречала Ирина Владимировна Агаева. Ну, а делать ее уже могли дети, начиная с 5-летнего возраста. То есть она тоже достаточно простая. И начинаем мы с вами с того, что берем прямоугольный лоскут, он должен быть достаточно большим. Складываем его пополам. Берем кусочек ветоши. Или сейчас можно использовать кусочек синтепона или кусочек ваты. Делаем, да, вот такой комочек формируем. И кладем в серединку нашего прямоугольника. Раскрываем его и вот так кладем, формируя голову нашей куклы. Можно даже еще чуть-чуть побольше. Вот таким образом. Голову нашей куклы. Мне нравится на руку положить и в руку уже как бы вминать вот этот синтепон. Причем, если вы используете синтепон, обратите внимание, что он сминается достаточно хорошо, поэтому его нужно взять больше, чем ваты. А ваты использовать меньше, потому что она лучше держит форму и не так сминается. Вот таким образом. Завязываем ниточкой. Да, вот получилась у нас вот такая голова. Потуже. Сначала несколько раз обмотаем, а затем завяжем 2-3 узелка. Чаще всего делали нечетное количество узелков. И говорят, что у каждой мастерицы было свое количество. Мне вот нравится больше всего делать 3 узелка. Хотя иногда делаю 4 больше. Затем, чтобы нам выровнять немножко ткань, разровнять и выровнять складочки на голове, мы с вами поступаем вот таким образом. Как бы вытаскиваем из-под ниточки, вот из этой, из-под этой красной, ткань на себя и чуть вверх. Таким образом складки становятся мельче, они лучше туже обтягивают синтепон, и форма головы становится тоже более такой красивой, более опрятной. И заодно вытаскиваются концы белой ткани, которые нам тоже пригодятся. Вот у меня получилось немножко несимметрично. Поэтому с этой стороны я подтяну чуть побольше, чем с той. Вот таким образом. Итак, голову куклы мы сделали. Разровняли вот эту ткань оставшуюся. Да, подтянули и отложили пока в сторону. Теперь нам нужно с вами сделать ручки. Берем 3 куска красной ткани. Можно сразу немножко смять. Вот таким образом. Вот в чем особенность тульской куклы, что в Туле делали ручки, а иногда и ножки в виде косичек. Поэтому, собственно, называется она завертка косички с косичками. То есть никакой косы у нее на голове не будет, а вот косички – это не что иное, как руки. Причем интересно, что руки должны быть обязательно красного цвета. Возможно, эта кукла имела когда-то
обереговые какие-то функции, да, оберегала именно руки. Но, к сожалению, вот никаких сведений об этом пока не найдено, и ничего об этом не известно. Но руки должны быть красные. Затем, вот обратите внимание, я немножко сворачиваю вот эти кусочки краешком внутрь, вовнутрь, чтобы косичка у нас получилась более опрятная. И начинаю плести косу. Здесь косу можно плести не очень тугую, но тем не менее, чтобы она не была тоже очень рыхлая. Да, потому что все-таки это не просто волосы, это ручки. Они должны быть такие достаточно упругие. И вот можно немножко подтягивать, вытягивать, да, вот эту косичку. Вот таким образом. Доплетаем до конца. Да, то есть вот мы сейчас с вами сделали ручки, именно характерные для Тульской губернии. И закручиваем получше, получше, фиксируем. Завязываем несколько узелков. Лишние нитки отрезаем. А сами ладошки, как бы, да, ручки, можно немножко подровнять. Таким образом. Ручки у нас готовы. То есть это сразу одна косичка, это две руки. Теперь мы раскрываем две части нашего белого кусочка с головой и вставляем в серединку вот эти ручки. А остальную ткань присбариваем на поясе. Верхнюю часть расправляем, как будто такие вот, да, рукавчики, как буфы, да, или с крылышками такими, чтобы тоже было красиво. И завязываем на поясе. Вот таким образом. Практически фигурка наша готова. Но, как я уже сказала, у этой фигурки есть маленькая загадка. У нее есть ножки. Так, мы завязали. Еще раз расправили рукавчики, чтобы они такие красивые, пышные, как бы рубашечка была, да, вот такая над ручками. И вот теперь нам нужно сделать ноги. Чтобы сделать ноги, мы вот эту белую юбочку расправляем. Берем нитку, чтобы у нас под рукой была. И вот к серединке, посерединке немножко присбариваем к поясу. Таким образом она делится у нас на две части. Вот эти две части будут как раз ноги. Берем с вами куклу за одну руку и за одну ногу. То есть мы сейчас будем обматывать одну ногу ниточкой, да, формировать саму ножку. И для этого нам нужно держать за противоположную. Конец я держу мизинцем и остальными пальцами. Да, и начинаем обматывать потуже, чтобы ножка у нас была крепкая. Да, можно немножко помочь. Можно, вот мне кажется, можно немножко даже подвернуть. Получше, получше можно вот обратно, когда возвращаемся, можно прямо почаще, почаще. Чтобы у нас получилась такая твердая ножка. Если вы не отрезали нитку, а идете от целого мотка, то можно этим же мотком, самое главное, оставить вот этот кончик, перейти к другой ноге, да, то есть вот таким образом. Да. И начать сразу обматывать следующую ножку. Тоже потуже и почаще. И кончик немножко завернуть, просто чтобы ножка смотрелась красиво. И опять, когда мы возвращаемся, потуже и почаще. Оборачивать ножку ниткой. Такая конструкция у нас получилась. И завязываем. По сути, получилась фигурка человека. Поэтому, наверное, дети очень любили такую
куколку и играли в нее. Вот что получилось. Ну, немножко одна ножка получилась длиннее, чем другая, но это не страшно. Чтобы ножки были вместе, можно немножко вот поджать их рукой. Вот они будут ближе. Теперь нам нужно куклу нарядить. Фигурка у нас готова, верхняя часть у нас тоже готова. Теперь нужно сделать для нее юбку. Как я уже сказала, для юбки мы берем достаточно большой кусок ткани. И нам нужно присборить его. Но юбка шьется тоже. Вообще кукла вся делается без шитьевым способом. Поэтому мы берем длинную нитку, складываем в несколько сложений. На концах делаем узелки. Узелки. Катушку пока убираем. Берем наш кусочек ткани и сворачиваем его таким образом, чтобы, ну, можно чуть-чуть не пополам, скажем. Вот чуть-чуть побольше подвернули и чуть-чуть оставили, да, до половины, вот чуть-чуть не хватает. И можно сделать немножко, прогладить этот шовчик. Берем нашу нитку, вкладываем в серединку, подтягиваем ко шву. Да, вот таким образом вовнутрь складываем. И присбариваем. То есть, вот смотрите, вы держите на нитке, да, и немножко рукой вот начинаете сборить, закладывать небольшие складочки. В одну руку складываем, пока все как бы вместе с ниткой складываем, а потом ниточку потихонечку вытягиваем. Вытягиваем. И вот получилась она, присборилась сама юбка. Мы берем нашу куклу, да, вот лицом к серединке, а края уходят назад. Да, причем этой же ниточкой можно и завязать куклу. Можно немножко расправить, чтобы складки красивые, чтобы юбка наша красиво легла складками. Да, вот так, сборки эти. И заматываем. Тоже можно несколько оборотов сверху, можно внутри юбки. Перекрещиваем. И вот эти ниточки можно оставить впереди, как такой поясок для куколки. Нужно, конечно, не такой длинный поясочек, поэтому мы его укоротим, но сначала завяжем узелки на концах, чтобы ниточки не убежали. То есть вот получилась вот такая юбочка. Такая пышная. Теперь нам надо завязать платочек ей. Платок тоже завязан особым способом. Вот смотрите, мы его берем, край платка подворачиваем. Можно тоже подвернуть и немножко прогладить его. Вот таким. И теперь кладем на голову нашей куколки. И вот смотрите, с каждого края немножко заминаем, да, вот таким образом, делая как бы второй виток вот этого платка, да, то есть вот так должно получиться. Сзади опускаем, перекрещиваем, как обычно, платок под подбородком и завязываем за спиной куклу. Да, вот таким образом. А теперь вытягиваем вот эта особая форма такая платка и куклы.
как говорит Ирина Владимировна, как корона, да, получилось. Вот так, так носили незамужние молодые, да, такие вот, женщины. Замужние, наверное, уже даже. Ну, молодые очень женщины. То есть вот такой вот короной. Уже бабушки носили уголком или домиком. А вот у женщин делалась вот такая корона. И вот она у нас получилась с вами. Молодая, красивая женщина. Да, возможно, даже она еще была не замужняя, потому что она еще украшала себя, стремилась как-то понравиться, да, стремилась завести свою семью вот в таком красивом платке с руками-косичками и с платком, завязанным короной. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что вам было понятно все на нашем мастер-классе. Ну, а я жду вас вновь в музее Тульские древности для того, чтобы сделать новую народную куклу. Спасибо вам большое. До свидания.